Царь Соломон. Оно выглядит маленьким, но это устройство – краеугольный камень всей моей работы. Ух ты! То есть это небольшое изобретение делает возможным большинство ваших других изобретений, профессор Кварк? Именно так, Джой. Когда я изобрел автономную систему стабилизации энергии магнитного гироконденсатора... Да, точно. Тогда я понял, это профессор Квантум, спасибо, что позволили ознакомиться с вашим изобретением. Ведь провести несколько минут вместе с вами – это мечта всей моей жизни. Хоть мне и 12. Что ж, благодарю ваш класс за помощь в организации. Вот хватка. Эй, папа, куда положить мультиметр? Давай его мне, Крис. Знакомством с вами я горжусь больше, чем с другими людьми. Что ж, я тоже тобой горжусь, Карсон. У тебя лучшие оценки по естествознанию в школе, и ты президент клуба будущих изобретателей. У тебя выдающиеся способности. Еще и обнимается. Надо же, как летит время. Вообще-то время не материальное относительное понятие, и оно не может летать. Вы, конечно, это знаете, профессор. Да, да-да, я понял. Это такая метафора. Сынок, я хочу, чтобы ты руководил последними приготовлениями. Правда? Гости прибудут через 15 минут. Проследи за тем, чтобы Сэмк был в лучшем виде. Да! Я главный! Ну, началось. Господин главный, отпечатки пальцев! Да, молодец, Робик. Проследи за тем, чтобы здесь все блестело. Я обязан удостовериться, что все на этой выставке достижений моего папы выглядит и работает безупречно. Ха-ха-ха, мне это так нравится. Так, народ, у нас меньше 15 минут. Проверьте, все ли в порядке, и не забудьте... Что это? Только без паники! А? Крис! Что с тобой? Эта молния ударила так близко, что ее электромагнитным импульсом опалила мою... и превратила меня в гигантский электромагнит! Но я буду в порядке, если только не испугаюсь или... Крис! А Сэм, он пропал! О, нет! Все ищите! Мы должны найти его! Ну как же так? Куда он делся? Кто его взял? Кто его взял? Куда он мог деться? Робик, проверь отпечатки, быстро! Джой, что же мне теперь делать? Себе. Нужно найти, кто его взял. Ладно, ладно, сейчас думай, Крис, думай. Может быть, Кевин? Нет, у него скрипит обувь, я бы услышал. Келли стояла совсем близко. А нет, ей постоянно звонят. Привет, тебе звонок. Давай отвечай. Этот рингтон я бы точно услышал. Крис, Крис, ты был прав! Нашел отпечатки пальцев? Да, я их стер! Теперь их там как не бывало! Робик, что? Нет, тебя же не просили стирать отпечатки пальцев! Ты должен был сохранить их, как улику! Да, это было бы логично. О, до открытия выставки всего несколько минут! Что же делать? Суперкнига! Нет, суперкнига, погоди! Я должен выяснить, кто взял! Я познакомлю вас с человеком, который просил у Бога мудрости и руководства. Робик, где мы? Где мы находимся? Уже этим занимаюсь! Примерно 970 год до нашей эры. Мы оказались где-то между древними городами Иерусалимом и Гаваоном. Ой-ой, вижу воинов, и они не кажутся мирными. А сюда, спрячься, пусто.
спокойно. Что тебя так напугало? Наверное, шакала учуяла. Их полно на этих холмах. Уходи, 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 уходи! Тихо! Что такое? Робби! Привет. Похоже, я нашел твоих шакалов. Что вы делали в кустах? Вы воры, да? Нет, я и сам пытаюсь поймать вора. Веришь, нет? Просто мы испугались. Вряд ли не опасны. Но, царь Соломон, они... Прятались от большого дяди с оружием. На их месте я поступил бы так же. Отпусти их. Вот именно! Вы слышали? Я не шакал! Вы же не думаете, что здесь и правда есть шакалы? Или... Подождите нас! Извините! Царь Соломон, мы здесь совсем недавно. Если здесь действительно есть шакалы и другие опасные животные... Мы подумали, может, вы сможете нас подбросить до ближайшего города? Я направляюсь в Иерусалим. Можете поехать с моими воинами. Отлично! Продолжение серии смотрите в мобильном приложении «Библия от Суперкниги».